стартовал 12-й заключительный этап Кубка теннисного клуба «Чемпион». Эти традиционные и популярные соревнования, в которых принимают участие как спортсмены-любители из Томской области, так и теннисисты из соседних регионов, начались еще в январе нынешнего года. В рамках круглогодичного форума прошло уже более 120 турниров. Не устаете в течение года так приходить, регулярно играть, участвовать в турнирах? Теннис – это уже такой, он въелся в нашу жизнь и любимый спорт, поэтому при любой возможности стараюсь не пропускать и участвовать и в турнирах, и приходить на тренировки. Как и многие здесь ребята. Да, согласен, абсолютно верно. Открыли декабрьскую серию соревнования в категории Grand Slam, которая объединяет сильнейших спортсменов-любителей. Многие из участников этого турнира держат в руках теннисные ракетки уже не одну пятилетку. Я любитель, любитель довольно-таки уже с большим опытом. 20 лет играю, были небольшие перерывы в спортивной карьере, грубо говоря, но не профессионал, любитель. А кто вы по профессии тогда? Я по профессии заведующий хозяйством, работаю, то есть на производстве, обслуживаю здания, сооружения. Я так понимаю, в теннисном хозяйстве вы за 20 лет научили разбираться. Да. У вас есть свои тонкости. А какова ваша формула успеха? Это хорошая работа ног, физическая, соответственно, подготовка. То есть, ну и контроль мяча, потому что все соперники довольно-таки титулованные и серьезные. Приходится не только за счет силы брать, выигрывать, а за счет все-таки и контроля, за счет техники. Если Вадим Шашок с перерывами играет в теннис уже 20 лет, то самому юному участнику турнира Александру Шушпанову от роду только 13 лет. Он уже не первый раз осознанно участвует во взрослых соревнованиях. А для чего тебе это все надо? Ну, чтобы научиться со сложными, с взрослыми игроками играть, с которыми достаточно хорошо играют. Потом тебе со сверстниками легче уже играть? Ну да, ихняя подача, которая сильная, легче намного принимать. А ты ставишь какие-то медальные задачи на сегодня? Ну да. Увы, самый юный участник турнира в этот раз не смог пробиться на пьедестал почета, но получил хороший соревновательный опыт. Обладателем бронзовой медали стал Сергей Дутов, серебро завоевал Антон Воробьев, а чемпионом стал Владислав Гринев. Декабрьская серия продолжается, ее заключительные старты пройдут в канун Нового года 30 и 31 числа.